Всем доброго вечера. Мы с Сашей идем в гости к друзьям. Добрый вечер всем. Сейчас уже темно, наверное, не будет вам ничего видно. Взяли пиццу, креветки и пиво. Идем домой, посидим. Встреча у нас как раз нашей бандой маленькой. Сейчас. Не знаю, получится что-нибудь поснимаем, не получится, не поснимаем. Да. Не все хотят сниматься. И в гости. Спали, да, старые? Натоварили. Такие креветочки прикольные. Рыбка. Нормально, микрофон. А с кем ты подрался? Тихули. Это теперь зубы же уже все. Это же эти зубы. Сушки. Давай. Слушай, на всю жизнь головняк, это выпадает каждый... Слышишь, это раз в 5 лет может выпадать, раз в 6 лет. Вообще-то он ударился. Миша его толкнул? Этот Миша маленький толкнул? Да, они дерутся уже, он ухо разодранное, зубов не Да? Мастер включился. Ничего. Ухо отпустило его. А ты еще третьего пацана ходил. Только на блюде работали, зуб ставили. Они его заводили. Я не бухаю, тело сюда вводят. Мать, иди за бутылки. Какой-то, по-моему, перепуганный, да? Нет. Не перепуганный. Персик. Персик зарос. Артем его на лето обревает. Пошло. Какой красивенький персик. Может, тебя... Милашка, Чебурашка. Вот Чебурашка. А подожди, на солнечко. Персик. Кися персик. А что персик? Персей? Персей? А. Персей. Да, я пока подожду. Не, ну он еще побаивается. Еще не освоился. Странно, да? Руки? Да на цепи. Он такой легенький. Вы его не кормите совсем, да? Артем держит диету. Все хозяин съедает. Персик. В этом доме не кормят. Да. Особенно некоторые. Вообще-то я же когда вспомнил. Конечно. А я ходила искала по всей квартире. Иди, котик. Вот зион. Есть один вот тут вот. Я тоже сегодня уже. Все, ты уже не будешь бояться? Он боится. Что такое? А он не боится никого. Персик. Он из дома, да, ему. Кормит еще? Артем кофе сделал, какой красивый. Ты же что он тут не нарисовал там? Кормит, да. Какое-нибудь сердечко, давай я тебе дорисую. Да. Да? Только что и год только. Я буду три просто. Она ее кормила поначалу. Ну, ее ж мало, типа, она ж прикармливала. Так у меня же тоже было мало, но все равно кормила. Да. Ну, так ночью, как там, так посос... Ну, такое, ну, оно так, еда едой основная, конечно. Потому что так ребенок не будет же. Еда, и так, титька. Чтоб было. Мне больше кофе нравится. Я ездила в парке. Ну да, такая большая уже, годика, а уже такая... На кого похожа? Кстати, рыбка закупали в Арусе. Так что, если кому надо, очень вкусненькая. Да? Объедки с тарелки. А я недавно смотрю на Женю, а у меня у Жени, как-то он родился, был вообще нос копия мой. Вот так профиль, вот эта такая штука. А сейчас я на него посмотрела, а у него нос выравнивается, становится ровный. Другой, да? Другой меняется. Ну, как что, в 10 лет? Глаза поменяются. В 10 лет может поменяться нос? Конечно. Он более как и становится ровным, а потом в подростковом возрасте он еще подрастет и поменяется. Да. Горбинка может появиться. У меня никогда не было горбинки на носу. Никогда. Я маленькая была, у меня был ровный маленький носик. Я никогда не замечала, что у тебя горбинка. Греческий. Чем это влияет? Ну что? Ну, да, там еще цыганка где-то пробегала, но ну, бывает. Погадала, пошептала. Нормально ты охарактеризовала. Не, ну а как вы хотели? Все в жизни бывает. Еще цыганка. Ух ты!
И ложка у меня модная. Слышь, нормально тебе кофе впервые сделали, еще такой красивый. Я же первая попросила. Да, кстати, не дал мне, говорит, дай мне эту красивую чашечку. Он сказал, нет, Зина первая попросила. Все, всю красоту. Куда? Да. Ушла. Катя. Сахар надо поколотить было. Вся красота. Ну, сейчас тоже принесут. Красивый кофе. С эклерчиками. Блин. Пока принесут твой кофе, мы съедим все эклерчики. Нормально. Надо попробовать, блин, кстати. Это какая... А да. Сельпо, брала, да. Сельпо брала. А, какие-то вкусные. Вот с карамельным заварной. А, с карамельным не знаю, но я брала просто обычные, вкусные. Я даже знаю, как дали. Нехер жрать. Я буду ногу на ногу уложила, что-то там. Давай, Танька сейчас вам скажет, какие они. Давай. За комментарии. А маленькая. Ну, как когда фотосессия. На фотосессии там что-то... Ногу на ногу. Куда такие ноги на? Куда такие копыта? Привет вам большой. Куда ты свои копыта пихала? Куда пихала, туда вы увидели. Всем кофечек принесли, а мне нет. Просто мама еще одну ночевала. Люка. Да, ну, Маша родила. А сейчас же говорят, что... Залпом. Было кофе. Да, и нету кофе. Много варняга. Дай сюда мне мой... Мой кофе. Не такое красивое. Одно ухо и пару зубов внизу. Зара, почему я сижу на стуле без спинки, а ты сидишь на стуле со спинкой? Да? Жизнь такая, видишь. И несправедливая. И ухо. Видишь, я не подходит. Ну, на. Так я подняла. А покажи ухо свое. Мне уже просто хочу облокотиться немного. Слушай, а что ты уделал, что он с тобой такое сделал, а? Все, я посмотрела. Ну, это они дрались. Игрались? Чем ты его до этого? Игрались. А, дрались. Нет, это ж ты его, наверное, чем-то довел. Яйца щипал. Нет. А что Миша так разозлился, я тебя нормально ректанул. Обычная драка. Обычная драка. Разодрал ухо, кровь течет с уха. Обычная драка, зубов нету передних. Братан, ты все равно. Братом же нельзя драться. И с кем-то он тоже. Бабушка второй день там плачет, рыдает из-за зубов теперь. Твои деда. Что? Кремом руки мажу. Я слышу, будем играть сейчас в игру. Надо освободить место. Какую, Катя? Как называется? Джанго. Мы не играем. Играем? Это интересно. Мы играли когда-то. Чего не играем? Так не снимай. Вот так. Джанго, Эко. Да, давайте. Женя будет это, доедать, да? Это прилагается. Целительный напиток. Джанго, это просто бальзам. И вот это тоже бальзам надо. Тетя Катя убирает. Да, тетя Юля лежит. Простите. Кто больше всех ел, тот убирает. Кубики в пирамиду, может, убрать. Это не надо же нам? Давайте, помогайте мне, неси вот эту коробку. Пошли на кухню, будем играть в игру. Так помогать носить тебе. Нет, не помогает. Помогать носить. Будем играть в игру, да. Доставай вот эту вот штучку. Поздоровайся, Юленька. Оно многословно. Я тоже буду играть. Да, и ты будешь играть. Давай. Будем играть вот в такую игру. Да. Джанго, Эко. Все, высыпали это. Не покажи лука, как у нас. У кого покажи? Угу. Покажи. Я так и не выбрала елку. Да, еще хочу сказать спасибо большое. Мне наша подписчица наша писала про елку. Вот я на этом сайте выбираю. Теперь я думаю над ней, думаю, какую взять. Между двумя. Давай. Надо, кстати, определиться, а то я... 7000 было. Ого. Поздравляю нас с этим. Давайте, стройте, давайте играть. Скорее, будем играть. Ровненько надо. Слушай, давай, ставь. Помогай ему слаживать, а потом уже будете играть. Давай, мы потом выровняем. Давай сначала построим. Диля, давай. Диля первая. Маша с нами играет, Катя? Нет, она не умеет. Я второй. Подожди, какой ты второй? Саша. По очереди. По часовой стрелке. Давай, Саша. Я свечу. Теперь я. Катя последняя. Нет, Катя не играет. Катя, все играют. Чего?
Давайте все, что вы... Давайте, теперь ты. Женя, ты играешь с нами? Надо наверх. Ай, мы не туда ложим, точно, надо же наверх. А что ж вы не говорите? Юль, ложи наверх. Кто ложит наверх, кто нет. Ну, типа, как договорились. Да? Теперь Максим. Давай, Максим. Мы будем ложить. Эй, так не... Ты сейчас все завалишь. Только не шатайте стол, самое главное. Одной рукой не держи. Нет, одной рукой мы не держим. А для малышей можно двумя. Нет. Не надо нам, можно, не можно. Малыши либо играют, либо не играют. Так, Катенька, давай. Да давай. Да ну, Юль, давай. Вы не палочки. А Юля вообще есть выбор? Нет. Нет. Ну, Катя, Маша, да. Да. Юля. Маша, Деленька, улыбнулась. Маша играет, чего? Нет. Чего? Не снимай, пока сразу ты меня сгрянешь. А чего, Маша? Она все умеет. Маша, нет. Давай аккуратненько доставай. Аккуратненько, Маша, только аккуратненько. Вот так. Вот умничка, какая ты умничка. А вы говорите. Молодец. Моя зайка так старается. Аккуратненько. Бух. Бух. А меня что, пропустили? Опачки. А нет. Нет. Еще нет. Ладно. Саша усложняет нашу задачу в игре. Да что усложняет? Я такие. А, тут снизу опора была на одном блоке стояла. Катя? На одном. Маша, не дергай. Не, не шевели. Юля, убирай свои руки со стола, потому что шатать будет. Ну смотрят. Люди смотрят же. Тихо. Не шевелитесь. Оп. Теперь я. Давай. Кто шатает? Вы чему? Юля. Юля, бери локти. Юля. Не могу. Не надо шатать. Юля. Молодец. Юля, давай. Аккуратненько пальчиками. Молодец. Маша, бах, и завалилась. Теперь наверх. Да. Поправь прическу. В замедленном кадре мне снимешь? Нет. Вот так я делаю. Я так не умею. Слово мой. Давай, ты все. Ты я помню. Чтобы ешь красиво. Все, проиграли. Нет, это сверху упало. Давайте, так неинтересно. Так, так, ну так неинтересно будет, если она сверху. Давай ну, лучше. Значит, ну хорошо, Саша выбыл. Давайте, Саша выбыл. Давайте дальше мы. Дальше. Катя. Саша выбыл. А тебе на полностью разрушить? Что? Накрывайте ее. Стол не шатайте тут. Да, не шатайте стол. Мы посмотрим, кто выбывает, тот в следующий раз не играет. Те, кто выиграли. Угу. Давайте, я не возражаю. Мы можем все не играть. Да, тот, кто встать. Играл, уже не играет. Встать. Не, Маш, я не могу встать. Юля, жопка к дивану. Не шатайте, пожалуйста, стол. Ура! Все. А отпускай. Отпускай руку. Не надо. Нет, а так можно. Как можно? Не, ну я выбыл, я выбыл. Нет. Никто не говорил. Хорошо, он выбыл, давай ты. Он слепил на место и выбыл просто. Он выбыл, да. Отличный ход вообще, огонь. Хитрая ты мысль. Юля увидела только хитрую мысль. Смотри. На двое, да? Так именно нормально. Маш, не шатай. Я так сто раз сделала. Я просто думаю, делать это специально? Нет, не надо специально. Блин, чашки увидите, чтобы чашку не... Я уже знаю, куда я дальше похожу, поэтому... Принимаю. Уже все, Юля. А кто играет? Да. Либо завалит... Нет, я играю. И либо Саша. Я услаждаю игру. Виноградинку можно одного? Давай. Это три орешка для Золушки. Не дышите, тут это надо шоу. Женя, отойди, пожалуйста, от Юленьки, она достает, у нее важно. Дайте аккуратно. Баба, а что а так, всё, я выбыла. Я выиграла. Катя, я работала. Давай, зайка. Сейчас на тебе и упадет. Так, гляди, это же вот, а я что, не играю, не пойму? Играешь. Я поняла.
А я. Рождение только раз. Да. Вот так и спели. О, молодец какой. Прилети, друг волшебник. Ну, кстати, вот крокодила Гена мультики я не очень любила. Так, я тебе что? Не знаю, я обожал все мультики эти детские. Ну, Карлсон, где мы выросли на них. Да. Нас же не было. Нас когда показывали Дональд Дак. Утиные истории, помните? Нет, подождите. И Чип и Дейл идет. Давай. А, Чип и Дейл. Так я же тебе говорю, у нас были утиные истории. Мы сидели возле телевизора, воскресенье. Так, слышишь, сейчас бабушка, дня, скажи, напомни, бабушка, да. Все, заходим гулять, все, хватит, идем мультики, все, бежим. Мультик. Блин, как тебе повезло в этой жизни. Как называется он? Ну погоди. А Саше же надо с самого низа, чтобы все рухнуло. Рухнет, да? У нас просто были диснеевские очень редко. Да. Когда их начали уже крутить, там по определенным дням мы убежали. Поночка, помните Поночку? Да, я помню, там серию показывала, я такая лежу, думаю, хоть бы еще одну серию. Показали. Вот так вот, знаешь. Боже, вот так вот? Сошатается уже. Давай. Миша, очень осторожно. Ну не с той стороны, мне кажется, надо это делать, надо с этой стороны. Мама, давай без этого, без подсказок. Она упадет сейчас, если с той стороны. Не подсказывай. Это Саша тянул и... Ух ты! Чуденько. Катя, сейчас на тебе упадет. Пусть он не, да? Не шевелите стол, только не шевелите. Аня, она уже вся шевелится. Тут. Потому что вы снизу вытащили все эти детали. Ну, это же и суть. Она как? Восемнадцатка. Проверка на трезвость. Руки не трусятся. На телеканале 1+1. И смотрите, все замолчали. Еще 1+1. На сеналуре Катя по Джанго Эко. Опа. Удержалась. Ух ты. Мамочка. Блин, такая ответственность на меня возлагается. Мамочка. Все, вы. Не, она поправила. Есть, я с твоей ходью. Нормально воспользовался, у меня ногти есть. Мама, я в тебе верю. Молодец. Мамочка. А теперь Юля. Юля задумалась. Чё, она сейчас делала то же самое. Да. Она сейчас делала то же самое. То же самое, да. Ну, хитрая. Так каждый может сделать. А Саша запорит всю картину, да? Да. Так аккуратненько. Тяните неаккуратненько. Да резко вытащила и все. Ага. И резко, да? Подожди, стоп. Можешь положить. Ну руки свои убери, Саш, чтобы она ж... все уже можешь. А, так вы нормально все теперь посмотрели, что можно повытаскивать снутри. А, как ты хотел. Я хочу, чтобы она у вас рухнула. Почему мы повторяем? Потому что я, видишь... Следующая твоя очередь. Я не играю в этот раз. Меня... А то есть в конце меня пустили в игру? А. Катя и я. Так я только... Ты, я не играю в эту игру. Нет, я хочу, чтобы ты играла. Да вы меня выгнали. Она не играла, она ж... Ну, конечно, все. Катя, ты не сможешь снимать ей. Нет, ты не видишь. Я все вижу. Все я вижу. Значит, я уже пьяный. Так теперь моя очередь. Теперь моя очередь. Боже, я глупо. Катя, как Саша идет домой? Мы уже нагуляли, сидем домой, смотрите на Юльку. Покажи, Юля. Ну, Юля. Матрена. Ну, реально холодно, да. У нас сейчас 11. И как-то сколько? Минус или нет? Я не знаю, минус или нет, но у Ани было очень сильно жарко, а на улице очень холодно. А на улице сильно холодно. Я на самом деле тоже одела. И капюшон, и второй капюшон. Только вообще. Ну, показывает минус 1. Сколько? -4 у меня на телефоне. Минус 4? Нет, ошибаюсь, минус 5. Минус 5? Я вам говорю, когда... Ого. Это они едут сюда? Да. Мы не едем с вами, едьте.
какая-то. Вернемся, оу. Все, пока. Прогуляемся свежим воздухом, подышим. Перед сном полезно. Да. Ну да. Все, всем хорошего вечера.